вот это должны знать. Все органические вещества, вот это в школу надо. Как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Это важнейший момент. Вот это надо, а не ту дурь. Вне листа, или вернее, вне хлорофиллового зерна в природе, не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Лист. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется, только здесь оно образуется, вновь из листа, из вещества неорганического. Почему для этого надо? Да потому что я не закончил разговор-то. Кто со школы помнит, что такое фотосинтез? Растения нуждаются в солнечном свете для успешного проведения фотосинтеза. Это не мои слова. А теперь смотрите. Я выделил листья, которые... Почему вы сейчас понимаете? Ведь идет страшная борьба за уничтожение всего на свете. Начиная от дикоросов, которые так уж нужны для этого. Пожары плюс. И плюс еще мы это, сады калечим. Листья, которые подвергаются прямому воздействию солнца в течение многих часов, производят глюкозу быстрее, чем листья, находящиеся в тени. Вы знаете, что это не моя фраза, это классик. Эта фраза придумали идиоты, что все, что попадает в тень, замирает, ветки дают новые, меня видно, нет, на экране, новые ветки, новые, дерево растет, и снова на солнце, те уже в тени, происходит смена. Вместо этого идиоты, не буду говорить идиоты, обидятся. Вот, смотрите, придумали вот это вот. Я это еще раз показываю, почему, потому что успокоиться не могу. Я это дерево искалеченное, да, называю Садовый Христос. У них свои мученики. Вот. Потому что за ним будут мучить тысячи и миллионы и учат этому. Понимаете? И для чего, казалось бы? Чтобы светло было, чтобы на каждую почку это попадало. Да. Ну, ценой морозостойкости, ценой коллега, который умрет же, это самое. Это же из книги. Я уж не буду это мусорить эту фамилию, которую терпеть ненавижу. Вот. Понимаете? Придумали, что надо, раз, чтобы листья в тени не находились, надо изувечить дерево, прижать. Ему 30 лет, начиная с 20, все 29 лет, приезжать каждый год, приезжать. Они забыли, они не знают, их так учили. Для чего лист нужен? Я еще раз. Листья, которые подвергают. Вот. Читаем дальше. Помимо производства кислорода, превращение растений глюкозой в сложные углеводы, такие как крахмал, селезоз, способствуют здоровому питанию. Это касается питания деревьев, касается питания нас. Я даже подозреваю, что из искалеченных деревьев мы, может быть, сами болеем, когда берем плоды. Какие тут плоды? Это покойник натуральный. Я до сих пор понять не могу. Для того, чтобы издать книгу, заработать сребрениками, надо было писать, что если у черешни 5-8 веток в одном ярусе, нужно оставить 3. Вот они, наверное, 1, 2, 3. Дерево не знало, Бог не знал. И вот я к чему говорю. В школе нужно пройти лист. Вот эта лаборатория, да? Вот она кислород, вот она глюкоза, вот сложные углеводы. Что вам еще надо? Лист меняется, упадет. На следующий год его может быть не быть, ни листа, ни почки. Но следующий ярус, следующее поколение. И так 20, 30, 40, 100 лет должно быть. Зачем уничтожать все это? Ведь вы уничтожаете зимою, я сейчас покажу, вы уничтожаете зимою. Вы не знаете, что летом с этого всего должны были листья вырасти. И здоровое дерево. Вы не знаете, что корни нужно кормить для будущей науки. Железо. Постулат. Еще один. Книги-то не будет никогда этой. Изучаем тут. Максимальное здоровье, долголетие, суммарный урожай в килограммах. Подчеркиваю, здоровье, долголетие, суммарно. Помните, там было в этом? Это самое. Вопрос задают, ответ такой. Чем больше калечим, тем больше это долголетие. Так вот, максимальное здоровье, долголетие, суммарный урожай килограммов за все годы
возможно, при максимальном количестве и площади листов. Слышали вы, доктора наук и прочие кандидаты? Максимальном количестве площади листьев. Максимальном. Дереву нужно детство, потому что начинает переводить на плодоношение. Знают же этот прием, эти самые садисты знают. Ветка еще не собирается, еще расти, расти. И давать потомство вторую ветку, потомство третью ветку. Нет, надо отрезать. Она с перепугу начнет давать, перейдет на цветы. И тут же маленькое искоречное дерево начнет плодоносить. Много вы плодов получите. Но вам же надо книги сдавать, значит, вам надо людей научить калечить, иначе, если ничего не надо делать, нет книги, с голоду сдохнете. Выращивать сады вы не умеете, а учить умеете. Дереву нужно детство. Чем позже оно вступит в плодоношение, тем больше урожая в килограммах. Чем позже! Не севера, чем позже. Потому что оно будет низколечно, согласны? Оно вступит в плодоношение, тем больше урожая в килограммах. Оно даст за все годы жизни. За все годы жизни. И тем больше срок жизни будет отмерен.